Знаете, что произошло? Вот реально никто никогда не поверит, но это происходит, блядь, всегда со мной. Во-первых, у меня онемело пол лица, а во-вторых, меня отпиздили пьяные соседи. Знаете, за что? За то, что я просто посидела в беседке. А вот это был короткий забор с пиками такими треугольными. И он меня просто глазом вот так посадил на пику. Их было сколько? 6-7. Еще один мужик. И они просто все пьяные, все в говно. И они только рады были, что меня просто пиздит мужик. Вот так. Ни за что, прикиньте. Вот заебись история вам. С Воронежа, блядь, посидела во дворе в своем же. С Катей. А. Это меня мужик забивал. В беседке просто забивал. Лежачую. Охуенно.